Спустя год активных усилий Азербайджан смог добиться того, что Армения выдала карты минных полей. Как сообщает репорт, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге, посвященном решению Международного суда ООН. Замминистра отметил, что в рамках Международного суда ООН этот вопрос также поднимался. Имена и фотографии всех мирных жителей, погибших из-за подрыва мин, были предоставлены суду. И за три дня до оглашения решения суда Армения предоставила карты минных полей, заявил Мамедов. Он напомнил, что изначально армянская сторона вообще отрицала наличие у нее подобных карт, однако позже предоставила карты минных полей некоторых районов. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.